Hold up. И всем привет, ребят, с вами я, Домер, и сегодня мы играем в Skywars на моем сервере, также сегодня с мной SteelKid. Всем привет. Ребят, хочу вам сообщить, если кто-то из вас купит Deluxe, то он получит бесплатную возможность, это первое, снять с нами 3 ролика, любых вместе с нами, потом он получит бесплатную рекламу в начале ролика, после рекламы в начале ролика он может получить спонсорство, это все, ребят, только за Deluxe. А с остальных привилегий я вам чуть позже расскажу. IP-сервер моего будет в описании, так что если вы купите донат на сумму больше 400 рублей, я реально напишу на лбу продался и выложу вам в ВК, и в начале следующего ролика я вам прям вставлю вот так вот на лбу, как будет видно. Но пока что этого никто не сделал. Также, ребята, первым донатером у нас стал Геликс. Геликс, ты красавчик, первым донатером стал, купил премиум. Ребят, также сейчас у нас на премиум 50% скидочка, можете в него поиграть. Так, еще один игрок, все, прыгаем вниз, еще, сейчас еще один игрок нам нужен. И можно уже начинать, СВ, сейчас СВ, старт. Все. А, вот, да. Ребят, также хочу вам рассказать, что мы играем на карте замок, которую строил я с моими подписчиками, за что им огромное спасибо. Кстати, ребят, ссылочки на некоторых подписчиков, которые нам помогали реально в развитии сервера, помогали, реально пиарили его вместе с нами. И тем самым я им тоже хочу сказать огромное спасибо. Вы можете тоже очень сильно помочь серверу, просто купив любую привилегию на сервере, или просто его как-то пропиарить, что ли. Так, один уже упал. Так, Сиокит, это ты там слева, да? У тебя, типа... Нет, ну я там дерево добываю. У тебя там, типа, домик из джунглей, да? Так ведь? Ну тут все домики из джунглей. Так, во, все, я, ребят, уже на центре. Это я, Серега, и там я. Также хочу вам сказать, если мы наберем 50 лайков, я вам отдам такой прикольный РП. Он довольно-таки все же... прикольный, хоть я и сказал это, ну ладно. Он смягчивает, так сказать, текстуры, и на них реально приятнее смотреть. Так. Это я на центре. Окей. Эту карту мы, ребят, построили только вчера. Надеюсь, вы поставите лайк, и ролик выйдет быстрее. Если мы наберем 40 лайков, то сразу же выйдет новый ролик, как? И я всегда говорю, если я говорю, я всегда сдерживаю мое слово. Так, Сёки, я тебе, если что, хлопану. Где этот чувачок? Не, он стрелял на меня. Так, у него мазный меч, будь осторожен. Так, Сюкит, у меня есть как бы план, да? Смотри, он, как, какой? Смотри. Давай так, ты его будешь отвлекать снизу, я его буду убивать сверху. Сейчас я тут лутаюсь наверху. Так, у меня 12 стрел, в принципе, есть, да? Ребят, также хочу вам сообщить, что... если вы купите... на привилегию на сумму больше 400 рублей, да, вы получите бесплатный шанс сняться со мной в ролике. Стёкит, хелпани меня, если что. Ладно? Ты где? Я вот он, внизу. А он там справа, если что, понял? Ну, вот я наверху сейчас. Хелпани! Отходи! У него суперзачаренное яблоко, ждем момента. Пусть оно у него пройдет, и мы его забьем. У меня тоже есть такое, кстати. Есть? Угу. Так, куда? Сейчас. Ребят, хочу вам сказать, что сервер работает 24/7. Да? Все, шикарно, сервер крутой. Все, Стилкид, я его убил. Ребят, надеюсь, красавчик, вы поставите лайк. Сейчас у нас будет ПВП между Стилкидом и мной. Мы вам покажем еще где-то две карты, потому что у нас все лишь будет 3 раунда. Стилкид, ты готов, братан? Сейчас. Давай вдвоем тогда спрячемся на центре, я не знаю, я буду тогда в башенке, что ли, прятаться, а ты будешь охранять полностью замок. Ты готов, братан? Угу. Ладно, давай. Я раз, готов. Два, только три. Чур без яблочек. Только золотые можно. Хорошо. Что-то мне кажется, но ты что-то не то задумал. Так. Ём. Все, изи. Ребят, поскольку... данный раунд получился слишком короткий. Мы специально для вас
Сейчас пойдем и снимем второй раунд. Надеюсь, вы поставите жирные пальцы вверх. А мы, ребят, приступаем ко второму раунду. Погнали. И вот, ребят, у нас наступил второй раунд, да? И у нас будет всего лишь 3 раунда. Эта карта называется, по-моему, у нас просто Sky. Я... Это была моя самая первая карта, которую я сделал сам. Она вообще без ничего, просто классическая, так сказать, можно. Я потом поменяю название данной карты. И я вот благодаря данной карте я научился вообще делать карты. За что ей огромное спасибо. Она у меня впервые получилась. Я смог сделать, чтобы игроки появлялись. Ну, появлялись, как-то так. Ребят, также не забывайте ставить лайки. РП я вам такое прикольное дам после 40 лайков. Ой, 50 лайков, я говорил сам чуть-чуть. Этот чувачок у нас опять съел супер зачаренное яблочко. И надеюсь, я его смогу забить, точнее, топором. Так, что я возьму? Я выплю, пожалуй, восстанавливалку и лук возьму вот сюда вот. Чё-то я вообще не разговариваю. Так, ну да, ты как бы всё кит говори. Угу. Пока что не до чем. Так, внизу есть какой-то алмазный. Ребят, я его слил. Я его слил просто на изи. Ну, почти на изи. Это ты на центре? Нет. Ребят, я даже не успел выпить зелька восстановления, чтобы затащить, так сказать, да? Сёхи, стреляй в этого, как там, Хаузера-18. Стреляй, а то у меня вообще хп в ноль. Меня все стреляют, смотрите, Домер, владелец сервера. Вбивайте его. Так, хоть стрелы появились, это уже хорошо. Ладно, а сейчас я тогда пойду к тому пацану, что ли, простроюсь, да? Все, я лучше у него. Сейчас я попытаюсь этого Хаузера убить. Все-таки ты, если что, кричи там, говори. Если он меня спалит, понял? Да. Так, я тут пока что... У меня есть алмазный меч, но в том же время у меня мало хп. Меня спалил. Что делать? И я косой, и он косой. А у него кончились стрелы, понятно. А нет, последняя стрела, все. Ты, конечно, Хаузера. А нет, ошибочка вышла. От меня стрелы, ребят. Вы видели, отлетела только что стрела? Так, подозрительно. Да, я скинул. Красавчик, все, кит, осторожен. Ай-яй-яй. Остался последний игрок. Все, кит, затащишь его? Нет, не знаю, не думаю. Я сейчас в него буду стрелять, а ты на него беги, понял? Сейчас. Давай, братан. У него мало хп. Ладно, промах. Гаси его, гаси, я иду. Ну вот, убил. И все. Вообще круто. Видишь? Легко. Посмотри, какая у меня голова. Давай ты мне дашь пятерочку. Посмотри голову, посмотри. Сёхи, давай пятюню. Осторожно, давай в дерево. Все. На. Я говорю пятюню, а у меня алмазным мечом. На, типа, лови. Ребят, сейчас будет решающий раунд между мной и Сёхидом. Что он тебе читал? Ну, шкала гадить, не всегда тебя слышу, ну да. Ну, давай. Это наверняка так. Из-за интернета. Готов, Стёкин? Подожди. Да. Так, яблочки мы не используем, мы с тобой одеты полностью одинаково. Только у тебя алмазный меч. Угу. У тебя есть еще стрелы, да? Да. А у меня их даже нет. Давай, шо? Готов? Да. Давай, погнали. Погнали. Ну, Стёкид, давай. Я затроллю Стёкида. От меня отлетают все его там стрелы. И Стёкид мне дает все свои стрелы. Так, один раз хоть хотя бы попал, это уже достижение. Стоп, у меня еще стрелы есть? Нет. Понятно, ясненько. Все, ребята, ну вот. Стёкид затупил. Стёкид просто затупил. Он не успел добежать. А, ребят, мы приступаем к 3-му раунду. Надеюсь, я смогу сделать Стёкида в сухую. Если вы в меня верите или в Стёкида, поставьте лайк и напишите в комментариях, кто затащит. А мы приступаем, ребят, к 3-му раунду. Погнали, Стёкид, ты готов? Угу. Погнали. И вот, ребят, у нас наступил 3-й раунд. К сожалению, последний, да? И этот раунд решающий между мной и Стёкидом. Мы, кстати, ребят, играем на карте Classic, да? Она довольно-таки простая, всего лишь от, по-моему, 5 или 8 блоков от центра. Ну, все же маленькая, но довольно-таки прикольная. В ней есть свои плюсы и минусы. Надеюсь, мне хватит 5 блоков, чтобы достроиться до центра. Так, все. Топорик у меня есть, штанишки есть, но, к сожалению, ребят, у меня нет нагрудника. Сейчас я буду тащить, надеюсь, я на это надеюсь.
Мне, конечно же, никто из наших моих подписчиков меня никто не скинет, да? А вон я вижу, уже один готов был. Но нет, не так просто меня скинуть. Я постараюсь это сделать против же тебя самого. Так, Тёхи, ты красавчик, как бы, да? А на меня он просто нацелился и ждет, пока я побегу. Но поскольку, ребят, все хотят меня убить, я... Ну, конечно же, не все. Я, может, себя... Не... Может, не... А сразу все окей? Все хорошо. Шо дыч, хорошо дыч! Тёхит, нас сколько с тобой осталось? Мы с тобой вдвоем? Угу. Подожди, сейчас нет настроя, Тёхит. Я что-то меня обманул, настроил вообще-то, эй, Васса. И он упал, он вообще-то упал как-то. Ну все, мы с Тёхитом сделали по 2 кило. Че, Тёхит, давай тогда равный ПВП, что ли? Во что ты одет, скажи мне? Во что ты одет? Посмотри, какая у меня голова. Ладно, тогда что тебе на? На тебе ботиночки и шлем. В принципе, у тебя меч намного лучше, ты меня сможешь забить, да? Ну, если ты, конечно же, не протупишь. Тёхит, ты готов? Давай, на раз, да. Два, три. Раз, два, три. О, как так? Хорошо, бич, ребят. Все, это была изи победа. Решающий выстрел просто великолепно. Мы, ребят, вам показали целых 3 новых карты. Так что не забывайте играть на нашем сервере. Если вы хотите, чтобы мы вас заметили, или чтобы вы попали в ролик, то купите любой донат на сумму от 400 рублей. Я буду вам очень благодарен. И даже вам выдам свои плюшки. А на этом все, ребят. С вами был Домер. Кстати, мой сервер на версии 1.5.2. И Стёкит. Всем удачи. Всем пока, ребят. Пока.